Приветствую всех любителей ножевой тематики. Сегодня такой приятный вечер, решил снять это видео по-быстрому. Некоторое время назад, буквально неделю, человек по имени Анатолий, один из моих подписчиков, написал мне в личку, что отослал мне какой-то подарок. В общем, это был сюрприз для меня. Вот не прошло недели, я говорю, просто долетело это письмо. Нарядная здесь с какими-то снежинками, почему-то желтыми, но неважно. Новогоднее письмо, предновогоднее. В общем, что там внутри, я даже себе не представляю. Сейчас мы это вместе с вами увидим. Не так часто приходят такие посылки нежданчиком. Очень приятно. Все-таки получать. Здесь конверт. В конверте еще одно письмо. В общем, вот такая вот новогодняя открытка на украинском. Щедрого, да успешного нового року. Радостных раздвяных свят. В общем, happy birthday и merry christmas. Happy new year. Другими словами. Есть еще какая-то штучка здесь внутри, которую я нащупал. Здесь это так будет трудно рассмотреть, надо будет это достать. Очень так хорошо прилеплено. Здесь темляк. Вот такой вот Дед Мороз. Кто это? Здесь это мужик. А, это типа древний человек. О, с палицей. С дубиной такой. И в шкуре. В шкуре волка. Или какого-то другого животного. Очень приятный такой подарок. Спасибо, Анатолий. Что я тебе могу сказать? Тебя тоже с наступающим. Я не очень приветствую, скажем так, темляки у себя на складнях. Ну, этой бусине, я думаю, найдется место достойное. В общем, еще раз спасибо, Анатолий. И всех благодарю за просмотр. Все, пока. А еще пока не пока. Попрощавшись уже с вами, я стал рассматривать этот темляк. И
реально, я минут 15, наверное, на него смотрел, 10 точно, с разных сторон. То есть очень интересная такая вещица, смотря на с какой стороны на него смотреть. Получаются немного разные образы. Если вот с этой стороны мы видим, это голова животного, такая с дубиной. Если вот так посмотреть, это больше напоминает какую-то морду чудовища. Если мы смотрим вот так, здесь мы видим бородатого усатого мужика. Такой вот палкой с дубиной. И так вот это сзади выглядит. То есть, оп, вот так. В общем, очень необычная такая штучка. В общем-то, Анатолий тут все прояснил. Я почему-то забыл. Тогда, когда он мне написал про свое письмо, что он мне послал письмо, вернее, с этим подарком. В общем, почитав это письмо, здесь как бы все становится понятно. Я вспомнил, что он мне прислал помощника. Так вот, это помощник. Говорит, у него есть своя досточка, канат и нож. В общем, это типа такой помощник канатного тестирования. Очень необычная, действительно, фигурка. Миниатюрная. Еще раз огромное спасибо Анатолию за его помощника. Теперь этот помощник будет присутствовать при каждом тесте, я думаю. Это будет наблюдатель, скажем так, хранитель традиций. В общем, всех хочу поздравить также с наступающим Новым годом. Всех любителей ножей, ножевой тематики. А также особенно те, кто делает интересные видео, делает какие-то тесты. То есть не просто показывает новые ножи, анбоксинги, когда эти ножи, то есть демонстрируются какие-то способности этих ножей, кроме просто каких-то слов. Теперь, я думаю, уже все. Все, пока. Благодарю всех за внимание.